Этот рецепт прижился в моей семье давно. Тортик получается вкусным, а времени требует минимум. Пока печется корж, готовится крем и собирается торт, ждать долго не нужно. Смотрите мой рецепт. По моему рецепту шоколадный крем получается очень нежным и сладким. Когда режете торт, он даже немного вытекает. Если вы хотите, чтобы крем держал лучше форму, добавьте сливочное масло. Когда крем будет готов, помните о пропитке коржей, благодаря ей тортик будет сочным. Удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте сразу продукты для коржа и крема. Приступим. Смешайте венчиком 2 яйца со стаканом сахара и стаканом кефира, сметаны. Всыпьте 1,5 стакана муки, 3 столовые ложки порошка, разрыхлите, венчиком соедините продукты. Тесто должно быть однородным, без комочков. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Смажьте форму мультиварки, перелейте в нее тесто и установите чашу в машинку. Режим: выпечка, время: 50 минут. Теперь займемся кремом. Соедините в сотейнике яйцо, стакан сахара, 3 столовые муки и 3 столовые ложки порошка. Вливайте маленькими порциями теплое молоко, венчиком соединяйте ингредиенты до получения однородной массы. Доведите крем до кипения, постоянно помешивая, вы почувствуете, как крем начинает густеть, снимайте с огня, крем готов, можно добавить кусочек сливочного масла, тогда он будет более питательным и сильнее застынет. Готовый бисквит остудите. Разрежьте его на две части, обязательно пропитайте бисквит. Чем? На ваше усмотрение. Можно использовать сиропы от консервированных фруктов, варенье, сахарный сироп с алкоголем. Смажьте первый корж кремом. Накройте вторым пропитанным коржем. Смажьте торт со всех сторон кремом. Украсьте на свой вкус. У меня били грецкие орехи и столовая ложка кокосовой стружки. Ими я и украсила тортик. Отправьте торт на 15-30 минут в холодильник. Готово. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Сахар 2 стакана, стакан в крем, стакан в тесто. Яйцо 3 штуки, яйцо в крем, 2 яйца в тесто. Кефир жирный 1 стакан или сметана. Какао порошок 6 столовые ложек, 3 столовые ложки в крем, 3 столовые ложки в тесто. Мука 2 стакана, 3 столовые ложки в крем, в тесто 1,5 стакана. Разрыхлитель 1 чайная ложка с горкой. Молоко 2 стакана в крем. Количество порций 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.